Деловой английский язык. Здравствуйте, вы на канале Английский Стани. Смотрите это видео до конца, и вы точно узнаете, как же правильно общаться в деловом мире на английском языке. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Здесь вы узнаете все секреты английского языка. Итак, представьте, что у вас первая встреча. Вы должны, конечно же, правильно поздороваться и представить себя. Представить. Как это вы скажете? Если сейчас утро, вы говорите Good morning, my name is Таня. Доброе утро, меня зовут Таня. Если день, Good my name is Tanya. Добрый день, меня зовут Таня. Вечер, Good evening, my name is Tanya. Добрый вечер, меня зовут Таня. Или просто здравствуйте. Hello, my name is Tanya. Здравствуйте, меня зовут Таня. Это все были варианты формального стиля общения. Но также есть, конечно, и неформальный стиль общения. В неформальной ситуации вы можете просто сказать Hi, I'm Tanya. Привет, я Таня. Hi, I'm Tanya. Далее вы обязательно говорите, что вам приятно познакомиться с человеком. Как это сказать? Nice to meet you. Рад с вами познакомиться. Nice to meet you. Или It's nice to meet you. It's nice to meet you. Еще варианты, чтобы вам было с чего выбрать. It's good to meet you. It's good to meet you. Next one. Pleased to meet you. Приятно с вами познакомиться. Pleased to meet you. Или great to meet you. Также самое приятно рад с вами познакомиться. Great to meet you. Если это очень формальный стиль, то есть очень официально, то вы скажете It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Следующая ситуация возникает тогда, когда вам надо представить коллегу, друга, который находится рядом с вами. Чтобы это сказать в формальном стиле, вы говорите. May I introduce Maria? She is my assistant. Могу ли я представить Марию? Anna my assistant. One more time. May I introduce Maria? She is my assistant. The last time. May I introduce Maria? She is my assistant. Liba, I'd like you to meet Maria. She is my assistant. Я бы хотел представить вам Марию, она мой ассистент. I'd like you to meet Maria. She is my assistant. The last time. I'd like you to meet Maria. She is my assistant. Если это неформальная встреча, вы можете человека, к которому вы обращаетесь, его назвать по имени и сказать, познакомься, это Мария. Как это скажем? Например, мы обращаемся к Биллу и говорим, Билл, meet Maria, she is my assistant. Билл, познакомься с Марией, моя, она моя ассистент. Билл, meet Maria, she my assistant. Либо вы можете в дальнейшем уточнить, да, не обязательно это будет ваш ассистент. Допустим, вы работаете, работаете вместе. Говорим это так: We work together. Мы работаем вместе. We work together. The last time we work together. Либо вы работаете над проектом. We work on the project. We work on the project together. Мы вместе работаем над проектом. We work on the project together. И вы просто скажете, this is Maria. She is my assistant. Это Мария, она мой ассистент либо говорим еще так, допустим, этот человек учился с вами, и вы скажете, we studied together, мы учились вместе. На этом все, уверена, что видео было вам полезным, поэтому, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и, конечно, заходите в мой инстаграм-аккаунт, здесь вы узнаете все секреты английского языка. See you!